Мій кожен трек, братан, кращий від попереднього. Твікет не чув це, тоді той попереднього. Мені все мало, бро, з'їм піти як Акен. Виходжу з барбера, чіки мені кричать красень. Мої чотири строчки краще, ніж ваш альбом. Мені налив від... Сап, я... Ну чё там, как вы? Не мерзнете? Сап, сап. Всем салам пополам. Хуна смог дны. Чё, как дела-то, не мёрзнете? Хуна смог дны. Холодно пиздец как. По их прогнозам мы давно замерзли. Стоя костра возле, напрягая мозг костный. В Москве по концертам пока непонятно, мы ждем чисел от организаторов, мы не сами все организовываем. И, типа, я сам жду, пиздец, хочу разъебать. Бэнк. Сейчас материальчик новый готовим. Сольники, не сольники, антресольники. В Екатеринбурге будет фестиваль. Блять, по-моему, в марте. Там по олдскулу чисто будет включаться. Хуй смог. Ну, СК Питер в рамках будет туров. Сейчас ждем, когда там вообще все, блять. Надеюсь, не будет больше ограничений. И все будет у нас якшуя, ха-ха. Зетку отдали. Зетка у Дрифтронина. Фаст. Фаст там делает тоже вещи. Показывал демочки всякие. Перм, да. Перм, по-моему, там тоже в туре должна быть. Все на весну. Меня пчелы накусали, что-то аллергия, походу. Хуйня какая-то, проснулся такой. Пусть. Беларусь в туре, я вот, не было. Почему-то все. Мы давно уже не были в Минске. Бренд одежды. Да хуй знает, у меня нет любимого бренда одежды. Я люблю, когда принт пиздатый. Тогда мне по кайфу. Эй. Мед. Мед люблю на самом деле. Я мед каждый день ем. С утра ложечку меда въебал. И стаканчик воды. Главное, чтобы пчелы не покусали. Пока не отпиздили. На джимбу будет. Бля, да, джимб. Да, бровки. Бровки дерьмо. Трек про ТТшник. Про бабки. Про бабок. Бабки разъебали на самом деле. Рирс этот. Сколько там? 500 000 просмотров. Трек про ТТшный «Короли улиц». Это с альбома «Город 13». Если там никто. Или кто-то не чекал. Леонардо Вик, лютый чел, пиздец, никто не слышал.
Это кастинг, брат. Брады. Нет. Бля, биты хуй знает, чуваки, у меня реально сейчас завалило очень много битов, очень много демок лежит, типа надо разобраться с тем, что есть хотя бы. Трек Басузоку спиздили в Якудзе. Да долой мне фалангу, если так. Время удивляться чудесам великих эпох. Время увидеть бесценное своими глазами. Дрил. Дрил, блять, вот есть у меня дрил, короче. Что-то мне нравился одно время, Кей. Закусила. Написал трека 4, короче, дрила и. Хуй знает, уже что-то дел заебал. Бля, есть, кстати, что за хуйня? Вот пастор, я хочу с пастором дрил сделать. Есть вот такой биток. Там кадрады пламенный. Эй. Бро. Это. Пока хватает их. Не хочу просто мариновать биты, чтобы они лежали и там лучше пускай кто-то на них поработает. Пока надо разобраться с тем, что есть. Мои люди жарят курицу, заебись. Соболя, не знаю, может себя нам дать чем тоже. Кудрово, ага. Как в 2012-м, это как, брат? Супер олдскул. Я могу сделать как в 82-м. Блять, даже есть такой трек. А. Но я не могу включить его, потому что с телефона. Салют. Я нахуй знаю. Блять. Зачитай. Слышно биток? Йо, биток слышно или нет? Окси не слышал, потому что мне похуй. Маска охуительная. Это не маска, брат, меня покусали пчел, пиздец, честно. Аллергия. Пердос. Молись, не молись, я каюсь за жизнь. Все равно падают вниз. Со мной но бежит я декабрист. Вова, мисс, уже Вова, заткнись. Чаще башки моя странная мысль. Что все написано, давно написано. В чем же тут смысл, в чем моя миссия? Боремся с крысами, что ползут близ. Зря вы сошлись, это история, чей-то эскиз. Я буду как гризли, не верен. Yeah. Бумажки, ничего, воздух. Слэк? Слэк или шпэк? Бля, молодые ветра, пиздец, хочу выпустить. Что-то хочется его довести просто в нормальное состояние трек и все, что-то не получается. Сейчас до него дойдем. Сейчас Dead Friends будет разъебный трек с Машей Кислотой, Сашей Кислотой. Она на припеве там поет. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Хтось ще в мене був. Мої люди жарять курицю. Да, це моя нова альтер-его. Моя нова личність. Дигди. Там мозговая есть. Тот самый старый добрый. А. Попу, за тобой гонятся опы, гонятся опы. Надо копить, чтобы тебе никто никогда не мог слопать. Новый дом, нам себе кропай, нас такие толпы, нам нужны дропы. Попу. В этом году, надеюсь, да, будет. Бля, уже декабрь, сука, нет, не будет. Чуть не напиздел. Время быстро летит как-то, я не успеваю за всем этим дерьмом. Я закрываю глаза в понедельник, открываю уже воскресенье. Мельдронат вроде начал пить. Что-то все равно не помогает. Бит разъеб. Dope the news. Это дрил поппер. И подлюды хоппер. На жизнь пиздец не хватает. Я фриган. Хожу в Макдональдс, доедаю за студентами. Тыгри. Фаст альбом, я откуда знаю, когда. Мне кажется, даже Фаст не знает, когда у него альбом. Но скоро. Масло черного тмина охуенно. Что-то он подпропал куда-то. А так я помню, у него клип, когда трек вышел, пиздец, я его просто слушал на репите. Несколько дней у меня, когда какой-то трек зайдет, я его просто слушаю. Хуй знает, неделю, блядь, с утра до вечера. А чё с Лёхой, который интервью снял? Нормально всё вроде. Европейский. Я с Гриффина, у меня сосед. Дигди. Что скажу про Оксимирона? Да хуй знает. Ну, блядь, вам нравится вот реально кому-нибудь эта хуйня? Я, типа, понимаю феномен, ну, многих, типа, почему слушают там... Блядь, даже Моргенштерна я понимаю, почему, типа, его слушают. Оксимирон, ну, хуй знает. Типа, музыкального там вообще ноль, блядь. А пересказывать книжки, типа, философии там тоже не так уж много. Пересказывать книжки, типа, ну, нахуй, я могу и сам их прочитать. Штормзи охуенный, ты чё? Кто-то притащил мой андеграунд в клуб, будет, да. Оксимирон Лука. Почему слушают Моргенштерном? Потому что Оксимирон хуйня. Бля, электронный альбом будет ближе, чем все остальное. Я приколол бы демки сейчас, но... Придется закрыть прямой эфир, потому что на телефоне все. А так хуй знает. Из них, блядь, последнее время Young Dolphus и Glock'ом я что-то последний год, блядь, только их, наверное, слушал снова. Но плотно. Почему слушают ЛД? Да потому что Моргенштерн хуйня.
Книгу какую посоветовать? Искусство войны. С Эндшпилем да сделали бы с меня что-нибудь, но что-то я потерял контакт с пацанами. Не знаю. Были ползараны. Хип-хоп, мазафака. Бля, сейчас, кстати, у меня лоджики, что-нибудь проект еще есть. Курильские острова, я приветствую вас. Бульк. Хуна. Так. Ну-ка. Сейчас, если откроется демка, блядь, грязная, пиздец. Танцы. Призрак Цусимы я, кстати, хотел поиграть, но... Блядь, кстати, я хотел поиграть в Призрак Цусимы. Но забыл. Сейчас батла новый вышел, Battlefield. Надо брать. Я боюсь залипну, поэтому сейчас пока... Хочу с треками подразобраться. Чтобы было круто. Хуя, да, они играют? Почему? Так, короче, проект не играет. Значит, это что? Да нихуя это не значит. Ну-ка, сейчас бы зачитаю, может, что. В чем заключается флоу? Будь водой, брат, будь водой. Вода дырочку найдет. Блять, а где биты все? А чё про фонг-то все? Ну, блять, мы фонг сделали там не так уж много треков, там разные стили у нас было, да, и на альбоме секты там же не только фонг. Да ладно. О, биток какой еще есть. Бандана я, кстати, не слышал. Что-то хуй знает. Забыл. Фонк на мана, дрил на мана. И бомбэп тоже нормально. Блять, разные нам узло слушать, я не знаю, что. Фок. Везде есть в каждом стиле, типа, свой трек, который по-любому зайдет, мне кажется, каждому. Мелон музыка, это вообще наши пацаны. Красавчики, охуенно двигаются. С парадоксом, нихуя себе. Красава, брат. Смотри. Я. Следи за теми, кого тянешь свой спот. Они смотрят тебя, они смотрят твой рот. Это время потерянное, кинуто в грот. Да, это каменный твой огород. И куда бегут крысы, когда тонет их флот? Ты хотел взять моё, моё бани слот. Это пощечина, шитал стоп. Там твой город локдаун, борода нокдаун. Ты клоун, но клоун и спаун. Видишь, ты тонешь, ты даун. Куда увозит тебя этот краун? Ты взял эту ноту, она цвета браун. Это не панк, отправляет танком. Мы каждый день будто бы на час бонга. Угу. Вышел из ганга. Да мелон музик, нихуя, вы чё? Бля, не люблю интриги, кстати. У меня демок пиздец, я сейчас запишу это все. Вон у меня микрофон есть. Home Studio, чисто. Fuck yeah. На трэпе, бля.
Читать по-брутально это как, бро? Вышел с гэнгбэнга. Главное, какое место ты занял в гэнгбэнге? Тут хип-хоп терминатор с ноги вынес иллюминатор, хай всем иллюминатор. Блок по блок по блоку. Слот, слот. Фит с Гриффинами ждете? Или что? А чё, Казян себе губы вытянул? Модно, да, так всё? Что за бит? What the beat? Вот фонд там вверху. 17-го что ли года у меня этот банк. Бутально, да? Бэнк ба бэнк. Читать с мимикой жестко. Давай, блядь. Окей. Сейчас я найду бит. Ради такого нахуй. Надо зачитать жесткой мимикой. А, сука. Да как он и будет пламя догорать. Мечтал законы и не буду проверять. Тёрнинап, я еду, я на карте Изи Райден. Не загайден мой мир, ты такой белый, будто Байден. Ты забыл, где ты мейден, мне мой блам прикурит Эйден. Поднимаю в небо фейдер, я большой, будто Бэйн. Я летаю, будто Джордан, мордер, мёрдер, мёрдер, мёрдер. Далеко не Лондон, ты уже белее, чем Кронен. White boy. Да-да-да, Руфус, свой бой. Меня заебал по белый шум. И мне поебать, у тебя крышуют. Догорают банты, я не дышу. Знаешь, даже опыт нам респектуют. И я собираюсь, как Deadman Shoes. Deadman Shoes. Deadman, Deadman, Deadman Shoes. Deadman Shoes. Deadman Shoes. Deadman, Deadman. Deadman Shoes. С мимикой, но... Deadman Shoes, Deadman Shoes, Deadman, Deadman, Deadman Shoes, Deadman Shoes. Давай. Мой шкаф никогда не полон, больше полок, больше полок. Deadman Shoes, Deadman Shoes, я собираю для прикола. Меня любит много телок, но внутри меня лишь холод. Deadman Shoes, Deadman Shoes, я нажимаю на курок. Почти, но чуть-чуть не дотянул. Мошка книги Дэн Пол, больше пол, больше пол. Deadman Shoes, Deadman Shoes. Deadman Shoes, Deadman Shoes. Deadman, Deadman, Deadman Shoes. Хейтеры все у долбоебов.
На следующий день сообщаю, что не будет бизнеса. Да, я читал про этот... про что? А, что в Москве, да, замутили там, отменили потом концерт, пиздец, чуваки. Я в этом вообще никак не виноват. Но потом я разъебал там, чтобы такой хуйни не было. Сейчас делать там по всем числам, будет концерт, все будет круто. Но если что, хуярьте там WhatsApp на указанный номер. Если там какие-то несросты. Дэнк. Так. Дэдман Шуст. О, блядь, нашел, короче, биток. Так. Ну, давай послушаем. Вот, что-то кто-то мне прислал еще битов. Как тебе такой бит? Знаешь, что битмейкер это частный спит, курит черный сплит. Мрачная езда. Я сегодня включал дом дачный, пиздец, в инсте. В инсте сейчас есть. А. Dead Friends сейчас будет сингл и клип еще с ними. Там будет, не знаю, куда мрачнее вообще. Я вообще не знаю, мрачнее бывает ли что-нибудь в жизни в этом мире. Я сам не делаю. Есть много чуваков, которые делают биты, и у них получается лучше меня, поэтому я сам биты не делаю. Но я умею типа делать. Но делал, хуй знает. В жизни, блядь, что-то 10. Человека-паука я не жду. Нахуя мне ждать Человека-паука? Опа. О, странный бит. Дайте маску Человеку-пауку, и он скажет вам правду. По мерчу 13, все просто лимитированный, никто успел, тот успел. В этом же прикол, что ограничено, и типа ширпотреба не хочется вообще нахуй нужен. Сейчас будет новый дроп, будет, короче, совсем скоро покажу там, что будет, прикольные штучки. Тоже ограниченные, как всегда. Бе. Почему мы в Америке не покупаем биты? Потому что нам на них до пизды. А. До этого? Ну-ка. А, нет. Вот этот? IDK. Панаму дых. Тебе понравился этот бит? Не знаю, кто там это написал.
твое сердце. Штаты я поеду. К моему брату 50 центов. К нашему деду доктору Дре. Еще корешу Павлу Буре. Нерж дорогой, да, и бензин дорогой, и хлеб, и молоко, и вообще все дорого. И... шляпа сырная, согласен с тобой. Нахуй. Бля, у меня на компе мало битов. Очень мало битов. Вот это охуенный битов. О! А чего вот такое, кстати? Жить дорого. Но жить по кайфу. Сыр и молоко дорого. Чё про такой биток скажете? Жора нормально, в порядке. Отправили оборудку мы туда. Сейчас делаю треки. Тоже альбом пишет. Ну чё, прокачивается. Охуенный же. Тял, ничего страшного. Молись, не молись, какая за жизнь. Все равно падают вниз. Со мной и бежит, я декабрист. Вова, унись уже, Вова, заткнись. Чаще в башке моя странная мысль. Что все написано, давно написано. В чем тут смысл, в чем моя миссия? Боремся с крышами, ползают близ. Травы сошлись, это история, чей-то эскиз. Я буду как близли, не верю на чизни. Но все уверены, что живу в близне. Я видел, как хвост доедает змея. Не моя рояль, я видел края. Пускай все растопчут, топ и вояк. Я вижу маяк. Нас окутало тучами. Но голландцы летучие, но тут что-то не так. Что-то не то в этом скрученном. Мои люди замучены, люди готовы в кучу. Я поджигаю маяк, если погаснет, еще закручу. Только так и никак иначе. Все. Все. Давай, брат. Поднатужься. Квагнигер. Нельзя так говорить за бутылку, да? Колбас. Кол. Бобо. Так. Колбас. Просто не будет нос. Привет. Тире. Ладно, короче. Мои дорогие подписчики. Всех обнял. Всех поднял, заплакал. Потом закину демки на комп. И что-нибудь приколю. А так давайте там не унывайте. С Новой годой всех. В любимых магазинах ты с кэшбэком. Самый выгодный кэшбэк в мире — это Бэкет. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылки ты не можешь пропустить это.